Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик, и сегодня мы смотрим закрытое бета-тестирование игры Overwatch. Что ж, я играю в нее с первого дня, немножечко познакомился с персонажами, с игрой, а теперь готов поделиться с вами первым впечатлением. Что ж, ребята, игра прекрасная. Давайте сразу начнем поиск, и я буду в процессе рассказывать. А что из себя представляет вообще игра? Да, это шутер, команда на команду, 6 на 6 от компании Blizzard. Качество закрытого бета-теста, я считаю, что уже уровень минимум ОБТ, то есть эту игру можно уже... Многие компании бы такую игру уже релизнули, а потом бы допиливали. Вот. Здесь сейчас на данный момент, если не ошибаюсь, 18 персонажей. Сейчас мы по всем пробежимся. Я расскажу про свои любимые персонажи. Куча разных фишек, мулек и кое-что даже они подукрали-то из компании Valve. Многие сравнивают эту игру с Team Fortress. Я бы так не сказал. На самом деле ощущения совершенно другие. Ну, это надо вам самим ручками, кто в Team Fortress играл, попробовать, потыкать. Тогда вы поймете, что это немножко другое. И, соответственно, итак. Вы прибываете в Ханамуру. Мы прибываем в Ханамуру, да, это Япония. Здесь много карт. Приготовьтесь к обороне. Вот такое количество у нас. Сейчас вот немножко звуки потише сделаю, потому что вот примерно вот так почему-то он сбился звук. Так вот, 18 персонажей на данный момент доступны, то есть это штурмовики, оборона, танки и поддержка. Мы сейчас играем на Ханамуре в обороне, поэтому давайте возьмем красавчика. Красавчик — это довольно своеобразный персонаж. Вот, он заключается в том, что он таким стреляет гранатами. Так, и они взрываются через определенное время. В случае попадания гранаты в противник, она взрывается моментально. Также его способность является на левый shift. До кнопки можно переназначить по умолчанию. На левый shift он ставит мину-ловушку. Вот, точнее, просто мину прикрепляет. И если правой кнопкой мыши потом нажмете, он ее активирует и мину взорвется. Ну и, соответственно, на Е он ставит капкан. 30 вот. Секунд. Ультимейт, я думаю, мы увидим в этом бою. То есть, соответственно, ультимейт я вам также тишины покажу. Сейчас мы сделаем вот здесь подляночку. Здесь мы поставим капканчик. А вот здесь мы лепим бомбу. И как только капкан сработает, мы бомбочку прожмем. Так. Это бастион. По мне так не бывает. 5, 4, вот он 3, стоит на него щит, у него 2, мощный пулемет, 1. Он стационарный. Начинается атака. Теперь защищайте объект А. Вот. Вот я зря. Закинем, закинем туда. Угол активен. Закинем, закинем. Закинем, закинем. Ой. Вот это жнец, опасный парень. У нас он работает только на близкую дистанцию, но он может нас минусануть. Это довольно неприятно. Так, знаете, у них команда так собралась очень даже неплохая. Оп. Так, меня ранили, пойдем забирать аптечку. У меня есть аптечка. А, ну меня хилит наш ангел. Ангел красавчик. Сейчас зажжу мину. Купол активен. Оп. Тебе. Куда? Я тебе позову. Так. Пульт, смотрите, он не ставит вот такой вот штуку, она идет 10 секунд. Привет, Трейси, и мы ее взрываем. Ой-ой-ой, фанфара захватывает, а мы тут... Убили? Хорошо.
Да, при смерти красавчик выпускает несколько ракет. Если ракета, они выпускают гранат, если ты будешь ряду, ты можешь не взорваться. Нас убила Фара. Фара — это такой заранчик. Так, меня приглашают в группу. Ну, сейчас мы, наверное, присоединимся, чтобы посмотреть следующую. Давайте присоединимся. Присоединимся в группу и, соответственно, продолжим. Так, идет поиск. Немножечко посмотрели мы красавчика. Ну, не обессудьте, ребят, просто. Ребят зовут, надо попробоваться вместе с командой. Это стример Волкофрения меня позвал. Вот очень, так сказать, хороший парень, Алексей зовут. Так что можете ходить к нему на стримах, правда, очень приятно его смотреть, стример часто сейчас. Так, ну мы прибываем в следующую карту Дорадо. Ну, посмотрим с вами другую карту другого героя. Так, на Дорадо я, пожалуй, сыграю за героя, который я посоветовал бы всем новичкам. То есть, это, если вы играли в шутер, то лучше всего берите с самого начала солдат 76. Я немножко сейчас расскажу про него, что он. На 6, ну, у нас ускорение, да, мы бегаем быстро. Вот, то есть, обычно, если вы его нажимаете... Ух, это, кстати, нас ускорил сейчас парнишку из Бразилии. Так, я куда пошел-то? Куда? А, это стычка. Кстати, немножко давайте про героя, потом пойдем. На Е он ставит хилку. Вот. На Е ставит хилочку. И на Е он ставит хилочку вот такую. В радиусе определенного хилиса. На правую кнопку мыши выпускает ракеты. Все имеет свой кулдаун. Вот. Так, у них тут есть ребята. Выпустили ракеток. Пойдем поближе. Да, в этой игре можно зажимать, ребят. Можно. Прям без проблем особо. Снял снайпер, я так понимаю. А, нет, вот этот парнишка с револьвером, это, по сути, один из местных снайперов. То есть, есть чисто снайпер, вдова, а у него пистолет, который стреляет довольно медленно, но при этом наносит колоссальный урон и очень-очень точный. Вот, ну, ни суперприближения нет. Также на близкую дистанцию, у него ульт интересный такой. Ну, это тоже надо смотреть, ребят. Так вот, сейчас мы попробуем. Покажу вам ультимейт, ультимативную способность солдат 76, в которую мы играем. У меня на тебя большие планы. Вот, это наш сверху. Так, ну, пока идет поиск, это, по сути, поиск игроков, это лобби, которым можно, так сказать, с друзьями, ну, ждать других игроков. В игре присутствует голосовой чат, друзья, то есть вы обязательно услышите про свою мамку что-нибудь, а в этих двух играх они будут просто на данный момент недоступны. Но есть один плюс. Друзья ваших мамок, они никогда не знают вашу статистику. Ваша статистика показывает,
Вот, пошла игра. Вот, ваша статистика показывает, сколько вам после матча. Я надеюсь, сейчас мы полностью матч сыграем. По-нормальному, по-человечески. Приготовьтесь так, атаковать. Так, ну что, берем атака храма Анубиса. Ну, давайте, нормально. В принципе, возьмем. Лукофрения тоже взял у нас солдат 76. Вообще, мои любимые персонажи в данной игре — это Жнец и Турбосвин. Я очень люблю близкий контакт, а у этих ребят дробовики, причем Турбосвин. И вот если вы хотите, вот, ну, если вы такие, как я, то есть если любите там ворваться, там раздать, короче, и будь что будет, то вот я бы вам рекомендовал поначалу использовать Турбосвина. У него 600 хп, это довольно много. Но вот, мы теперь солдаты. Он танк, и, соответственно, довольно приятно за него играть. То есть у него самая мощная хилка на 300. Вот. Так, я хочу играть в футбол. Так, пойдем играть в футбол. А, так вот, я хотел сказать, что они сперли в наглую просто. Атака начнется через 30 секунд. У компании Valve. Ребят, Counter-Strike они 6 играли? Рисуем на Т. Рисуем на Т, пока доступен только этот символ, то есть символ Европа. А, но в будущем я думаю, что можно продавать для каких-то клевых рисунки, может что. Ну вот, можно нарисовать. Вот видно. 5, 4, 3. Эмоции. 2, 1. Атака началась. Захватите объект А. Ну что, потанцуем? Не хочется это просто вывать. Сейчас убиваем, ставим килочку. Сюда, напарники, подлечить. Идем дальше. Стопоримся. Кто меня задолго? Обнаружена турель. Ой, господин. А вот это проблема. Так, идем, берем захват, 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 становимся, захват. Проверь. Так. Сюда, напарник, подлечи. Так, точку захватили. Объект А захвачен. Идем на точку Б. Атакуйте объект Б. Вот тут с бастионом будет сложно. Героев можно менять по ходу матча, поэтому мы обязательно поменяем. Здесь жнецы частенько работают. Так, тут можно пройти? Сюда, напарники, подлечить. Так, теперь включаем. Ну и у меня в прицеле. Зачистка завершена. Отлично. Забрали. Серьезно, убийство, ребята. Ставим сил. Идите сюда, подлечитесь. Отлично, победа. Победа, ребята. Вот такая, вот такие быстрые игры тоже бывают. То есть сейчас мы просто разорвали, ребята. Просто разорвали. Лучший игрок. И Леха у нас стал лучшим игроком матча. Простите. Поехали, приняли. Ну, отлично, конечно, отлично выиграл. Я тоже был жнец. Выбежали этот матч. Так, лучшая серия убийств у меня 11. Так, ну что, Лехе дадим, да, Лехе? Коменды, то есть вы можете поощрять людей, то есть ставить можно врагов, можно своих. Вот три лучших игрока матча, обратите внимание, вот наша команда, сейчас мы стали тремя лучшими игроками матча. Вот, ни разу не умер, 11 смертей, первое место по убийствам, первое место по очкам за объекты, второе место по смертельным ударам, то есть добиванием.
То есть Леша, видимо, обошел меня. А, ну просто у него красивый момент был, у меня его не было. Так, ну что, сейчас покажу вам какой-нибудь турбосвин красавчика. Посмотрели, посмотрели мы солдата 76 к обороне, и мы сейчас посмотрим турбосвина. Все-таки танк, в принципе, конечно, можно было показать бастионов, но, блин, не хочется показывать вам нудный геймплей, потому что я считаю, что, ну, бастион, знаете, бастионов в этой игре уже не любят так, как в Доте не любят Рики. То есть, по сути, что делает бастион? Садится в угол, ставит перед собой щит и просто тра-та-та-та-та. Если вы уходите на бастион, пытаетесь пробить этот щит, это бесполезно, бастион вас убьет. Просто убьет. Вот, и ему только в спину надо заходить, если его прикрывают, то он может всю команду просто класть бесконечно, если там ставить какой-то. Так, смотрите, вот, соответственно, теперь мы защищаем, поэтому мы можем занять позицию раньше. Защитники занимают позицию ближе к точке захвата, чем... А, кстати, я забыл, ребят, турбосвин, это же пуш, смотрите. Оп, хуканули, сейчас будем хукать. Так, заныкаемся здесь. 30 секунд. У него всего 4 патрона в обойме, поэтому... Не знаю, зачем ребят полезли туда. Йо-йо-йо, все ко мне! Давайте, нужна помощь. Скажем, может быть, ребята подойдут. Привет! Привет! 5, 4, 3, ну что, поехали? Один. Давайте, ребята. Начинается атака. Защищайте объект А. Так. Ух, промазал комплект. Лихнемся. Так, не пускаем их. Как прикольно. Отходим. Так. Сражаются, все нормально. Истина рождается. Искать все цель. Ну, что-то мы... Они пока ничего сделать против нас не могут. Так, вот эта штука нам не нужна. Они вообще штурмовать собираются, да? Тут враг, следите его. Да. Сейчас расплачу. Кинемся. Пук готов. Так, ну, щит мы не пробьем. Подставим свой хиллера. Ульта. Серия. Не достал. Уходим. Берегись, сзади. Больно не будет. Просто укольчик. Так, они прошли первый этаж. Не дайте им захватить объект. Объект сейчас захватят! Блин, а у нас объект захватывает, а мы тут... Ерунду занимаемся.
Ой-ой-ой. Блин, тут портал вот стоит. Серия 6 убийств. Ну, ладно. Путь заработал. В принципе, надо было врываться, конечно, не так. Путь выиграл, я просто влез слегка. Помер из-за этого. Ну, ничего. Теперь у нас есть ульт. Можно ворваться, как будет. Так, погнали дальше. Ну, там ребят, кстати, поддержали, надо дать должное, и вражеский телепорт не уничтожили. Потому что вражеский телепорт был у нас проблема. Телепорт доставит Диметра. Если правильно произнес имя. Да прости, там. Вот. Сейчас. Больно не будет, просто укольчик. Осталось. Заряжаемся. Слишком много не было. Их было слишком много. И, кстати, мы потеряли объект. Кто-то захватил объект. Ну, да ладно. Будем точку Б держать. Ливень возмездия! Кому бронить? Тут они по центру. Броню, которую я ждал. Там Райнхард. Давайте вернемся. На 6 часов. Вернемся. Броня! Трое у меня в прицеле. Это больно будет. Больно не будет. Просто укольчик. Да что такое? Да, ну, плохой из меня путь. Ну ладно, погнали хотя бы. Так, я уйти. Серия 7 убийств у нас, да? Перезарядчики поймали. Так. Давайте посмотрим следующего героя. Вражеский телепорт! Давайте фару я вам покажу. Давайте. Я буду защищать невинных. Она будет защищать свою невинность. Поехали. Что она умеет? Она умеет взлетать. Вот так. И на пробел она зависает в воздухе и парит.
Отрубили голову. Так, погнали дальше. Перелетаем. Вы у меня в прицеле. Так, взлетаем. Ракеточкой. Летаем, нормально. Осталось одна минута. Больно не будет. Просто укачиваем. Серия убийств. Так. Ребят, на точку. Трейсер прыгает. Хорошо, сейчас придем. Не залечу. Подорвалась малютка. Так надо бы хилочку будет зацепить по дороге. Осталось 10. Вон она. И 5 секунд. Вон народ, дороге. Я покажу, когда. И вот в таком замедленном штурме искать ракеты. Ну что ж, очередная победа. Нормально подрались за двух персонажей, считаю. Были хорошие серии убийств. Лучший игрок. Вот. Матч. Сейчас посмотрим, как отыграл на Ханзо у нас. Просто ух во всех. Нормально, отлично вообще. Тону во всех. Вот проходит стену, идет через все. Меня бы здесь и не было. Почему? Потому что я менял героя. Когда у меня есть герои, там очень сложно набить статистику какую-то хорошую. Но сейчас мы ее посмотрим. И вот, обратите внимание, мы не знаем, кто сколько убил, кто что сделал. Ну, какие-то топовые вещи мы видим, да? Ну, давайте еще дадим. Здорово. Так, у нас 24 убийства. Второе место после Макри. Личный рекорд мой в среднем по убийствам Тотурбо Свина. Довольно неплохо. Так, ну и по смертельным ударам за фару, то есть по добиваниям. Личный рекорд поставил. Довольно неплохо. 24-3. В принципе, это было изи. Давайте еще одного героя какого-нибудь посмотрим. Я хотел бы вам показать трейсер, но не думаю, это будет в следующем видео, и мне за нее надо учиться играть, потому что трейсер очень тяжелый. Готовьтесь атаковать. Мы возьмем вот Жнеца. Это мой любимый персонаж на самом деле. Он очень. Он сложный. Он сложный, в отличие. Под Бассейн попроще. Вот. Жнец сложный персонаж, потому что вы очень тонкие. То есть, соответственно, вам надо врываться, но при этом вы очень тонкие. И, соответственно, если вы деретесь с трейсера, так как у вас в руках дробовики, вам становится крайне тяжело, потому что и грамотный трейсер будет прыгать все время, скакать. Вы просто не сможете с ней ничего поделать. Ну что ж, ребят, давайте последний бой на это видео. Если вам понравится, не забудьте поставить лайки обязательно. Вот, если есть какие-то вопросы по игре Overwatch, задавайте. Если вы хотите гайды по классам, по персонажам, то тоже пишите все в комментариях, обязательно сделаем. Вот, ну что, а сейчас просто бой, просто развлекуха. Так. Атака начнется через 30 секунд. Через 30 секунд начнется атака. А пока мы давайте. Что касается возвращаемости, здесь готов к боевым действиям. Я просто хочу, чтобы вы поняли, это не батл. Вот, можно вот так вот поделать, но это и не нужно. На самом деле в бою там много чего развивается. Просто этого не видим. 5, 4, 3, вот, ну, кто-то можно 1. Так распихать, атака разбиться. Началась. Все, атака захватите началась. Захватите объект А. Не путайтесь под ногами. Так, первая способность атака.
А, ну он нас принял, он видел, что мы телепортируемся, то есть этот телепорт на... Вот, мы, ну, он видит, мы прям перед лицом. Эти были без ХП. Ладно, поехали наверх. Сверху посмотрим установку. Так, извините, ребят, я взял телефончик. Вот. Так, секунду. Блин, я получилось. Так, запрыгиваем. Смерти. Привет, Бастион. Крепиться. Веду захват объекта. Солдат 76 прибыл. Ой, я засмотрелся, ребят, на телефон. У них тут три лучника. Вот я мог стрелять, я засмотрелся, короче, на телефон и отвлекся. Ладно, надо собраться. Мы сделали третий, хватили. Так, пойдем по узкому переулку, наверное. Вот, вторая способность у нас это escape, который мы тоже могли воспользоваться. Ты что, дурак, что ли? Летишь ты меня так. Столько смерти. Уходим. А вот это пинг. В него был выстрел, но я умер позже. Ну ладно. Посмотрите, я в него выстрелил. А у него я уже умер. Вы поняли, да? Вот это пинг сейчас играл. Лейсер. Вот оно засранка. Так, мне бы... Ой, не попал, да? Черт. Ну, надо врываться. У нас выбор нет. Я не знаю, что. Ты врываешься. Давай, пацаны. А, ну, на атаку он... Я красавчик. Ну, ладно. Там все попухли, что ли? Спину меня расстреливают. Пошла ты. Не, ну не, от нее сложно уйти, она очень быстрая. И пацаны ее не наказали, вроде, понимаете? Плохо, ну ладно. На одном хп оставил. Лёша там ворвался. На одном хп его оставил. Хотел с руки добить, но... Вот, захватывай, захватывай, захватывай. Нормально, надо идти помогать. Герои не умирают. Нет, нас сейчас похоронят просто. Нас сейчас просто похоронят.
Да. Поражение. Какой врыв. И так проиграли, господи. Плохо. Лучший игрок. Ну вот бастион, понимаете? Вот, вот сейчас посмотрите, как какой он. Анк, покажу танк. Анк, покажу танк. Ничего не будет. Только вот как я застанул за предыдущий. Значит, все. Хорошо, так правильно сохранить. Поставим себе лайк. Блин, молодцы, мы старались, мы команду работали. Послушаем лайком. Ну вот у нас эпичный Тесарус. Тесарус на бастионе. Я понимаю то, что если есть персонаж, за него можно играть, почему нет. Но, блин. Мне очень нравится, как они играют. Видите, я первое место в команде занял. Почему? Там даже лайк, кроме самого себя, кто поставил. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось. На этом я заканчиваю это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ну и будьте с нами. Это был Overwatch, это был Артем Знамик. Всем пока, друзья. До встречи.